Любовь слепа, но брак восстанавливает зрение. Видя себя в других, не только любишь себя, но и ненавидишь. В характере каждого человека есть нечто такое, чего нельзя сломать, это костяк характера. Самая опасная ложь – это истины, слегка извращенные. Чем ребенок похож на воду? Вода принимает форму того сосуда, в который ее наливают. Ребенок тоже становится таким, каким его делают родители. Мы занимаемся своими взрослыми делами, а в нас плещутся наши дети. Давайте постараемся никогда об этом не забывать. У таланта, кроме краткости, может оказаться еще куча других родственников. Помните, что ребенок безгрешен, потому что он еще не ел никаких райских яблок и не умеет отличать добро от зла. Отправляя ребенка в летний лагерь, будьте готовы к тому, что он вернется раньше времени, получив досрочное освобождение за свое безупречное поведение. Иногда молчание является лучшим ответом. Оценивай свою победу тем, чем тебе пришлось пожертвовать ради нее. Люди были созданы, чтобы быть любимыми. Вещи были созданы, чтобы ими пользовались. Но наш мир объят хаосом, потому что вещи любят, а людей используют. Когда ты делаешь что-то ради другого человека, тебе кажется, что ты делаешь это для себя. Для души нет разницы между тобой и другим человеком. Все мы носим внутри себя целый другой мир, мир нашего прошлого. Мы сами порождаем собственные стрессы, обращаясь к этому миру и травмам, в нем заключенным. Именно воспоминания подсказывают нам, чего бояться, или вызывают у нас гнев. Прошлое принадлежит истории, будущее – это тайна, а это мгновение – подарок. Вот почему это мгновение называют настоящим. Отличие человека от животного состоит в том, что человек может покончить жизнь самоубийством. Мир прекрасно обошелся бы без литературы. Еще лучше он обошелся бы без человека. Самое худшее в том, что тебя обманули, это понимание того, что ты не заслуживаешь правды. Как и все мечтатели, я путаю разочарование с истиной. Никому не выдавайте возраста ваших мыслей. Между взаимной и неразделенной любовью такая же пропасть, как между сказкой и реальностью. Есть много людей, воображающих, что они станут важнее, оскорбляя других. Но немало и таких, которые считают, что покровительствуя другим,
они этим возвышают себя. Завистливым душам свойственно ненавидеть людей за то, что те якобы отнимают у них счастье. За все наши мужицкие злодейства я, женщине, воздвиг бы монумент, мужчина, только вывеска семейства, а женщина, и балки, и цемент. Обманчива наша земная стезя, идешь то туда, то обратно, и дважды войти в одну реку нельзя, а в то же говно многократно. Мы странны все, кто Богу служит, азартно вслух толдыча гимны. Мой Бог внутри, а не снаружи, и наши связи с Ним интимны. Причины всех бесчисленных потерь я с легкостью нашел в себе самом, и прежние все глупости теперь я делаю с оглядкой и умом. Женщина, которая не может подурнеть, не может считаться красивой. Война – это сначала надежда, что нам будет хорошо, потом ожидание, что им будет хуже, затем удовлетворение, что им не лучше, чем нам, и, наконец, неожиданное открытие, что плохо и нам, и им. Хороший художник способен нарисовать бегуна без ног. У любви нет проблемы выбора. Конкуренция способствует росту тех, кто в ней участвует. Сосны в лесу вырастают намного выше, если рядом растут другие деревья. Не называй дурака дураком, чтобы самому не стать дураком. Самый счастливый образ жизни тот, который представляет нам больше возможностей завоевать уважение к самому себе. Муха может укусить и даже больно крупную лошадь, однако и тогда муха останется мухой, а лошадь лошадью. Всякие перемены связаны с неудобствами, даже если это перемены к лучшему. Несчастным быть куда легче, чем быть счастливым. Когда люди покатываются со смеху благодаря вам, это же прекрасно, и потом, это как наркотик, чем больше смеются, тем больше хочется их смешить. Невозможно описать, что такое вульгарная душа. Все естественное несправедливо. Несерьезным мы называем человека, который не принимает всерьез того, к чему не стоит относиться всерьез. Свобода существует всегда. Достаточно заплатить за нее ее цену. Каждый поглощен своими проблемами и думает только о себе. Все хотят быть услышанными, но никто не хочет слушать. Душа подобна дереву, на котором перочинным ножом вырезаны слова и воспоминания.
Иногда, если ты хочешь прочувствовать бессмысленность чего-то в твоей жизни, ты должен довести это до предела, до крайней точки. Истина в том, что женщина – это сила и власть, а мужчина – слабость и податливость. В женщине – терпение, смирение. Но в ней есть и настойчивость. Она всегда добивается того, чего хочет. А мужчина, напротив, хочет того, чего добивается. Найдут лекарство от СПИДа, будет оно из железа, ведь именно железа не хватает в организме человека. Но придет другая болезнь, страшнее, чем рак и СПИД. Перевоплощение существует, но оно затрагивает не все души. На землю возвращаются только самые добрые и лучшие. Человек должен быть чистым в душе, как золото, и сладким к другим людям, как сахар. Будущее принадлежит добрым людям, и они будут жить в прекрасном мире, который сейчас нам трудно себе вообразить.